Лечить докариоцистит станет легче и безопаснее. В Якутске состоялась междисциплинарная выездная школа «Взгляд» от оториноларинголога и офтальмолога. Окулисты Милор врачам рассказали о современных и менее травматичных способах лечения. Если ранее после операции окулистов оставались рубцы, то сейчас процедура будет проходить внутри носа с использованием эндоскопического оборудования. Для этого нужно докупить инструменты на эндоскопическую стойку и расходные материалы. Этот способ лечения внедрен со следующего года. Отсюда сейчас из Якутии пациентов направляют в другие города Российской Федерации. И наша задача сегодня обсудить эту тему вместе с лор-врачами и окулистами. И на будущий год провести мастер-класс и обучить уже докторов из Якутска выполнению микрохирургических вмешательств при данной патологии, чтобы эти пациенты могли лечиться здесь, в Якутске.